Покажу простой вариант вступления к Металлике. Для этого нам нужен перебор, шестерка или шестизвучный арпеджио. Вот так. Итак, ставим большой палец на шестую струну и здесь играем первая, вторая, третья струна. Я этот перебор называю буль-буль-карасики, чтобы лучше запомнить. Буль-буль-карасики. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Играем аккорд ЕМ или ми минор на пустых струнах. С самого начала. Поехали. Только перебор. Продолжаем. Мажор, ре мажор, флажолеты и так далее. Нам нужно только ми минор, потом мы играем ля минор, бас пятая струна, третья струна пятый лад, вторая струна пятый лад, первая открытая. Аккорд красивый получается. Доходим до первой струны, теперь играем бас открытый, бас второй лад, бас третий лад. И ставим еще вторая струна, первый лад. Потом играем ре, открытую струну, это ре мажор, и очень красивый аккорд. Третий седьмой, вторая седьмой, первая открытая. Вот такой аккорд. И опять открытый. Шестая струна, и мы играем флажолеты. Третья, двенадцатый лад. Легонько флажолеты, это когда мы напротив порожка легонько прижимаем и сразу убираем пальчик. А обратно уже нормально играем.